Цирковые представления под открытым небом. Столичный парк приготовил для своих гостей особый сюрприз. Их развлекали акробаты, клоуны, а также дрессировщики с животными. Дети могли увидеть какаду, гималайских медведей, енотов и других зверей. А еще для самых юных зрителей устроили соревнования. За победу дарили билеты на цирковые представления. На этой неделе в столице проходят выступления Большого российского манежного цирка с новой программой «Миллениум». Коллектив в Астане выступает впервые. Программа очень интересная. Именно на эту программу мы раздаем бесплатные билеты. Дети, участвующие в соревнованиях, должны хорошо рисовать, метко бить по мячу, прыгать на скакалке, ну и много всего интересного. Мне понравились медведи, животные, и я очень рада, что я выиграла. Я счастлива.